Всем привет, с вами братуха. Сейчас э, я хочу посмотреть с вами на одну такую акцию э, и сказать, что это очень даже смешно, вам не кажется ли? Обратите внимание, это Таран. Обычный Таран, обычный, блин, Таран, он стоит почти 4000 ВП, ВП, бесплатного ресурса, который капает и капает в мастерской. Этот таран, ребята, таран, один таран, стоит две с половиной тысячи рублей. Это при том со скидкой. <связь> Без скидки, а на целых три четыреста. Это офигеть. Таран, ну, два Магнума стоят три тысячи рублей. Три тысячи рублей, вы представляете? Ребята, кому раздать Магнумы? У меня их, наверное, штук тридцать. <связь> Я просто стал бы тут миллионером. Если бы свой аккаунт продавал бы, наверное, и выставил бы его за какую-нибудь охрененную цену. Кстати, кто бы купил бы у меня аккаунт, товарищи? Можете мне предложить цену, за которую вы можете купить мой аккаунт? Мой аккаунт вы видели и знаете, что в нем. А вот э, э, Галаха с арканом и Тулумбасом стоит полторы тысячи рублей. Аркан и Тулумбас, по полторы тысячи рублей. Вы представьте себе, насколько это смешно, насколько это вообще не подготовлено и кто это, блин, там придумывал у пиксоников. Они сидят, наверное, от балды цены штампуют. А давай посмотрим, а заметит ли кто-нибудь, что мы вот такую хрень нарисовали? Таран, два с половиной косаря, Галахат, робот, вы представьте, робот за две с половиной тысячи голды. Аркан, за 1200 голды, ну там Тулумбас, ладно, хрен с ним, ну зато Тулумбас, ну ладно, Тулумбас там 50 рублей стоит, ну вот вот это вот, а вы просто прикиньте, офигеть, притом, наверное, Галахат будет в экипировке с двумя пинатами. Галахат будет с двумя пинатами. Ребята, а помните, пинаты стоили 300 рублей, вроде? В общем, охренеть, товарищи. Вот он, галахад. Вот они, таранчики, блин. Покупайте, налетайте. бабосов не жалейте. Чтобы собрать, например, галахада это же неспроста тогда. Вот Галахад полтора косаря. Таранчик два с половиной косаря, уже четыре. То есть таран на Галахада. И опять же на Галахада два магнума. Это уже семь тысяч рублей, товарищи. Семь тысяч рублей! Закиньте в игру! Кидайте мне семь тысяч косарей. Я буду более-менее счастливый, а они не заметят. Они не заметят, что им прибавилось с вас семь тысяч косарей. Охренеть, ребятухи. Соня, что с тобой? Офигеть! Семь тысяч рублей, чтобы собрать Галахада. Вы просто охреневаете, наверное, вместе со мной. О, а эта коробка не должна закрываться. О, вы посмотрите, у меня потом 4 афиды. Закрывала? Ну иди поиграй пока так, а я закрою потом, хорошо? поиграла? Ну давай, положи вот сюда, а я закрою, давай. Положи. Иди, а я закрою. Ага. Ох, ё. Вы представьте, у меня есть Паттон, Паттон, 4 Афиды, Ланселот, 2 Аркана, Фура, 3 Тридента, блин, 2 Аркана, 2 Пинаты, Гриффин. Кстати, он у меня кончается. Качается, да, Гриффин. В общем, 12 Лапухи на нем, это очень радует у меня Галхад! вы представьте, только один этот галхат стоит 7 тысяч рублей. 7 тысяч рублей, во сколько вы оцените мой аккаунт? А, да, это так, это мелочи, пацаны, мелочи. Вот посмотрите, например, возьмем э, галхада и возьмем магнум. У меня есть гека, у меня есть афида, у меня есть гека, у меня есть магнум, у меня есть афида, у меня пината, пината, у, пината, гека, пината, 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 пината. Короче, пината и опять афида. Афида, это то, что у меня просто не одета на роботов. Возьмем, например, таран. Таран 10 левела, прокачанный, что у меня есть. Но у меня на складе просто валяется еще один таран, еще один таран, ребята. Два тарана, представьте, сколько это бабла. Гидра, прикиньте, ребята, гидра. Толумбас, 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 аркан, аркан, толумбас. Таран, ребята, еще один. Толумбас, толумбас, аркан. Это только по оружию. По оружию. Я не знаю, что у меня там лежит на тяжелом. Давайте посмотрим. На складе. Это только на складе. Тридент. Зевс. Ну, тридент это одет, Да. Зевс. Зевс. Трибучет. Нашел это бесплатно. Кастрюля. Анцель, да? Зевс. Зевс! Трибучет, ребята, трибучет еще один, тридент! Трибучет! Трибучет, вы представьте, сколько бабла, блин, блин, это бабла дофига! Что? Это положи сюда, я закрою. Хорошо, молодец. Ласточка. Давайте еще сменим робота и посмотрим, какие у меня, блин, роботы. Ну ладно, голем. Рейджин. Наташа. Гепард. Три афиды на нем, ребята, стоит. Три афиды. Джесси. Джесси на четырех пинатах. Бо, бедный бо, сколько у тебя пыли на плечах, на твоем тхюндре, у тебя заржавели ноги. Черт, это печально, Бо! Я как-нибудь тебя выгляю, просто чтобы ты. Цветы? Вау, красиво! Мишки, снеси мишки на кухню. Паттон, паттон на пинатах. У меня есть сталкер, крыса, крыса, сталкер на двух магнумах. Два магнума. Ребята, у меня есть Рина, Нарина, два магнума. Вы просто все это посчитайте. У меня есть Гаррет у меня есть грифон на пинатах, на пинатах, да, нет, на пинах и тулумбасах. У меня есть еще один рино. Второй. У меня есть ланселот третий. Арканы две. И одна кастрюля сверху. У меня есть еще один гепард, ребята. Легионеры. У меня тоже легионер есть в клане. Ай, Гриффин. Гриффин на тулумбасах и пинах у меня есть. Но это мелочь. У меня еще один Рейджен. У меня Рейджен еще один есть, товарищи. Опять паттон на пинатах. У меня есть Фьюджен. Робот Фьюджен. Прикиньте, сколько стоит мой ангар. Так, стоп. Что? Число? Молодец. У меня есть город ребята. Еще один город У меня есть город А на этом горэте у меня есть еще один таран и еще один магнум. Что? Можно. Только аккуратно на пол песочек не рассыпать. У меня есть город Еще один город ребята. Горэт. Что? Достань. А доска где? Ну давай я помогу тебе доску. Где доска? Доска где? Ой, Упала, Соня. Давай аккуратно только, хорошо? И вот это собери, пожалуйста, в коробочку. То, что папа уронил. Это все твое, вот туда положи в коробочку. Папа, папа, что ты наделал? У меня есть гарад. у меня есть еще один гарад. У меня есть Рина, третья Рина, которая стоит 15 или 13 тысяч ВП, я не помню. У меня есть гепард, на гепарде опять три магнума, ребята, три магнума. Сколько у меня магнумов? Вообще хрен поймет, я говорю, штук 30, наверное. У меня есть еще один галахат. ну, но... Соня, я нечаянно, прости. У меня есть галахат, у меня есть карнейдж. У меня есть еще один галахад. У меня три галахада. Блин, да вы просто возьмите и посчитайте все, что у меня есть. <с> у меня есть э, паттон на спиралях. Ну ладно, он у всех есть. <с> у меня есть Рина. На этом Рина еще где-то зачесался аркан. Интересная смешная сборка. Я, наверное, когда-то хотел это снимать. У меня есть еще один гепард золотой. Представляете, за золото. Ну, это мелочи, это мелочи. Рогатка. У меня есть золотая рогатка. Представьте. У меня есть Рина. Рина. Рина имеет два тарана, два магнума. Офигеть, сколько у меня таранов, сколько у меня денег уже. У меня есть гепард, три магнума на нем. <с> у меня есть еще еще один сталкер, ребята, еще один сталкер. Так, 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 что у меня еще тут, все по мелочи. О, один таран, один таран затесался на грифине. Но таран стоит денег, ребята, а три косаря, вы что? У меня есть еще один гепард, и на нем опять три магнума. Офигеть просто, блин, у меня даже таран на косаке. Ребята, на косаке у меня таран, представьте. Мне уже таран девать некуда, на косаках валяются, офигеть, блин. Шульц, о, да, у меня есть, блин, Лео. И э, Лео у меня есть, опять же, на трех магнумах. Я не знаю, вы, наверное, все видите или нет. У него реально, блин, три и магнума, и еще какой-то синий фонарь, кстати, прикольно. Ну вот, у меня три магнума налево. Что у меня еще дальше есть? И у меня есть еще буч. Буч, буч. И у меня еще есть буч! За 14 тысяч голды. Какое страшное животное. Представляете? Вот что у меня есть. Ну как вам мой ангар? Нравится? Привет всем, ребята. Всем привет. Ну как вы, ребята, смотрите на то, чтобы прокатиться в бой? Вау, пошли в бой Ну а пока мы ходим в бой Вы возьмите и подсчитайте количество Сколько у меня оружия какого, Какое количество у меня роботов Насколько у меня этих роботов за ВП, за голду И, блин, реально, выставьте мне цену Кто хочет купить мой ангар Если вы выставите охрененно нормальную цену Которая меня устраивает Я, блин, возможно, даже ангар свой продам Но эта цена явно не должна быть, блин, 10 тысяч рублей И тем более не 20 Потому что у меня, ребята, 30 магнумов и 20 таранов Ха-ха-ха Ладно, пойдем в бой Пилот 664. Так, у нас там пилот Каприз. Так, это у нас... Опа, на. Соня, я нечаянно рассыпал. Давай собирай, ты же умная девочка. Нет, это да -да, ты убирай давай. Ты же хотела доску. Не будет за меня убирать. Я не слышу, иди скажи мне это в глаза. За что тебя мама заругает? За что? Ууу, растрепали, парня. Ну, меня тоже растрепали. К сожалению, пинаты и тулумбасы они. Вот козел закидывает меня. Тулумбасы и пинаты, да, свое дело знают. Ну, давайте Побойте, все в щит принимать будем, стараться. Бибай, ну, не убирай за собой, убирай за мной. У меня ноги сломала. Сейчас постараемся ловить. Ловля. Ловля. Да, реально прикольно. Блин, ну там идет Рину. Ну, мы отвлекаем. Опа, поймал. Это как, помните, игра была яйца ловить? пим пи пим пим Блин, все. Пришли пинаты с тулбасами и зашкварили меня. Ну, мы, блин, поотвлекали их. Так, ну а здесь, а здесь, как говорится, каньон, а в каньоне такая карта, что с роботами ближнего боя ты или будешь держаться на дистанции очень-очень далеко, или ты реально, блин, огребешь. И всех роботов своих сольешь. Я хочу вот этого паучка задолбашить. А он, Гаденыш, блин, прям реально поставил стеночку. Но эта стеночка ненадолго, я вижу, там и бежит по флангу. Все, слили паука. Вот. Но все равно какой-то пиздюк там есть. Там еще один, наверное, паук. Так, этого парня тоже помог слить. Так, что там? Закидывают закидушечки, да? Так, а там Рина. Рина на чем? Не знаю, не вижу. Рина вроде на магнумах был, да на каких-то ракетках. О, там фура на тридентах. Она, кстати, перекадешилась, мы можем ей влить попробовать. Ну, маленько мы ей влили, блин, это хорошо. А? Это прекрасно. Если бы Капри свою жопу бы не подставил. Э, не слили мы фуру, к сожалению. Но вот этого парня надо сливать просто жестко. Я не знаю, прыгнет, не прыгнет этот пилот, каприз. Да, вот давай. Да не в того ты сливаешь, дурачок ты! Каприз, ты реально тормоз какой-то. Офигеть, каприз! Ты тормознутый напрочь на всю голову, чувак! Какого хера... О! Ты сзади себя, фуру... Да понятно, что ты не знал. Да чайник, короче. Парнишка вообще молодец. Фу-фу-фу. Ой. Так, Ачи, Ачиро. Это Наташа идет такая злая, короче. А, я всех Наташа с именем Виктор. Я сейчас тут всех накажу. Я вот такая Наташа. <laughs> а, вот, короче, этот видос а, снимаю я... А, сегодня какое число там? Так, этот видос я снимаю когда? Так, 5 июня. 5 июня. 5 июня, а выйдет он, наверное, 6 июня, потому что у меня очень много видеороликов, и просто добавлять все сразу я не вижу смысла, потому что вы их все равно не смотрите. Хоть маленько, ну то ли вам времени не хватает, то ли что, короче, ну, может, надоедает. В общем, сегодня 5 июня вечером, вернее, это для меня сегодня 5 июня, выложится видеоролик после Guns of Booms. Вот, Guns of Booms уже выложен, да, и сегодня вечером будет выложен в 10 часов вечера еще один видеоролик War Robots. Мы играли с Sony 2 июня. Ну все. В бой пошли. Я от этих скидок просто охреневаю. Они, блин, чем думают? Они эти скидки вот от балды рисуют. Мне вот интересно, вообще такие вот молодцы, пиксоники. 7 тысяч рублей собрать робота. Это какие бабки? Куда я стрелял? Это ж какие бабки? На каких игроков они рассчитаны? Я не понимаю, блин. У меня зарплата столько не будет всех роботов в ангар поставить. Офигеть, блядь. Это жесть какая-то, жопа. Пипец. Чтобы одного робота собрать, надо 7 косарей выложить. Семь косых. 7 тысяч рублей ну чтоб на плазму его выложить, в смысле, можешь и пинаты с толбасами зашпилить. Вот они меня 12 левела. Вот уже чувствуется разница офигенная. Так, а мне надо как-то сейчас запрыгнуть наверх. Вот сюда, и он бы меня не достал бы. Ну, блин, его уже убили. Нормально тут, короче, всех покрошили. Да, тебя уже тут задолбашили. Ну это 7 тысяч рублей, это какие бабки? Это для Это что, теперь каждая игра так будет, блядь, навариваться нахуй? Знаете, почему игры э, компьютерные игры компьютерные игры игры на приставках там Xbox PlayStation, э, ребят, знаете, почему там игры были пиздатые и классные? Просто охуенные игры были. Знаете, почему? Нет? Потому что реально, чтобы заработать, блядь, чтобы конкуренция была, нужно было клепать игры качественные, охуенные, чтобы конкуренцию сбивать, понимаете? А сейчас, на, как говорится раньше, какие были производимости, у, производительность у PlayStation, производительность у Xbox 360, например, какие у них были производительности? Какая? Там, 300-400 каких-то там баллов, да? Сейчас на, на телефонах я вот просто где-то слышал, 700-800 баллов, там, видюха или что-то там, короче, такое вот. То есть телефоны сейчас в три раза мощнее, блин, чем PlayStation 2, например, ребят. И, соответственно, сюда можно игры штамповать охрененные, на прохождение, без доната, там, ну, хрен знает, на рекламу, там, ну, в общем, можно игрухи нормальные штамповать, классные, андеграунды, там, ну, полноценные игры, но что она будет стоить, весить, там, 3 гигабайта, это же ерунда, но почему никто не делает... А вы, а вы, просто подумайте, нахрена делать классную игрушку, вкладывать в нее, в, в нее миллион долларов, блин, чтобы потом за год заработать 60 миллионов. Нахрена на нее вкладывать там миллион или два доллара, э, миллион или два миллиона долларов, да, или три там миллиона долларов в игрушку вкладывать, не знаю, сколько они вкладывают. Суть в том, что вот эти игры, э, которые три в ряд, Варроботс, э, War Robot, блядь, со своими ценами, ну, и все другие игрушки, которые э, практически ни хрена не требуют, они вот просто вот их нарисовали и все, они нарисованы. Она есть игрушка, и ее 3-4 года в нее играют, просто маленько добавляют. А все люди в, в основном в это донатят. А вы просто, ну, War Robots еще качественная игра да? Ну, не то, что там с багами, а просто вот такая вот многопользовательская интересная такая вот игрушка, да? Робот-шутер. Робот Но другие игрушки, там три в ряд эти шарики, пиздарики со своим донатом, рекламой, пфф, они имеют те же самые миллионы долларов в прибыли в год. Пришел парень, вот я сейчас создам команду, мы нарисуем игрушку какую-нибудь, наворуем везде, свое что-нибудь нарисуем, игрушку, бах, и в App Store ее, или там на Android, Google Play. Фу-фу-фу, мы ее быстренько там заплатим миллион рублей за рекламу, она пойдет, 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 и сразу же за месяц мы 2-3 миллиона рублей срубим. Блин, так любой может сделать. Офигеть. Короче, я в шоке, я в шоке, блин, от этой хрени. Я в шоке, блин, от того, что просто, блядь, я, я чувствую себя каким-то кошельком для этих пиксоников. Хотя я сюда бабло не вкладывал, и вкладывать я бабло сюда не буду. Не буду бабло сюда вкладывать, потому что тут нереально бабла просят. У меня столько бабла просто, блядь, нет, чтобы сюда бабло вкидать такое. Галахат полтора косаря, блядь, стоит дешевле, чем два магнума, блядь, и чем один таран. Это Пиздец, ребята, по-человечески вам говорю, реально охуеть. Семь косарей сюда вложат только идиот, у которого просто дохуя денег одевать некуда. Он этими деньгами жопу себе подтирает. Я в шоке от этого бабла, которого просят, просят. Хочешь, купи, хочешь, купи, купи, купи. Они, конечно, не навязывают свою точку зрения. Ну на, на, бери, купи, ёпта, бери, ну. Фу, я не знаю, блин, от этой акции, наверное, просто 90% игроков просто позеленело, нахуй. Позеленело. А те 10% игроков, которые сюда бабки вкинули, сейчас пиксоники просто танцуют. Сколько бабла мы срубили Ну, молодцы, конечно Ну, что могу Я могу только стоя аплодировать пиксоникам Красавцы Столько бабла отжимать у народа Это вообще зашибись Так, так надо уметь, ребят Это совести вообще не на грамм Упала, Соня Я тоже упал От таких цен Я просто валяюсь под столом Нет, все еще нормальные цены были Ну, вот сейчас что, вкинули, блин, акцию? Это таран стоит 3,5 косаря Дороже, чем робот Это просто жесть не, не повторяй постоянно одно и то же Я тебя очень прошу Что за вредная привычка? Ой, ладно, ребят, все, давайте, извиняйте, но этот видос выложится там 6 7 неважно. Просто хочу донести до того, что пиксоники, вы слишком какие-то жадные. Ребята, сбросьте цены, вы, блин, не знаю, это жесть какая-то. В других играх также, да, не спорю, где-то так же, где-то дорого, но где-то дешево. Реально знаю игры, которые не, 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 берут бабла до хрена, ребят. Это жесть. Ну, для вас это, скорее всего, может 50 долларов для иностранца, для таранчик, это фигня. Для нас 2,5 тысячи, блин, это, это деньги. 3 тысячи за два магнума. Да это обосраться, ребят, обосраться. Сколько я могу магнумов купить, ёкраны бабай? Ну, у меня 66 тысяч накопилось. Сколько я могу купить? Ёкраны ты бабай, где эти магнумы? Сколько он стоит? 3 700. 3 700. У меня, у меня 66 тысяч. О -о 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 -о. Охренеть. Я могу купить 19 магнумов. Ёкраны бабай, ну. Ой, не знаю, у меня слов нет, мне же голова разболелась. Вот, и, блин, это жесть. Просто вот захочешь сыграть в игру, зайдешь порубиться. Блин, все нормально, все зашибись. Блин, заглянешь сюда. Да, нахуй, играть не хочется. Все, пиздец, блядь. Где? Где кнопка выйти, нахуй? Где кнопка выйти? Якорный бабай, тут даже нет кнопки выйти, что ли? Выйти из игры нет кнопки. Че за хрень? Че, правда, нет кнопки выйти из игры? Да ну нафиг, не может быть. Есть кнопка начать бой, есть ускорить за голду, есть купить за реальные бабки, есть купить голду. Блин, тут есть еще новости, кланы, сменить робота премиум даже в нижнем углу купить. А тут это чат, короче, меню. Кнопка назад нет, это не то. А где, блять, где покинуть игру-то? Блин, чья это мода такая, что ли? Или как мы должны должны игру э, выключать? Вот так, что ли? И все. Ну ладненько, с вами был братуха. До свидания, пацаны. Подписывайтесь на канал. Ставьте лалки, дизлалки. А мы скоро будем снимать еще один видеоролик под музыку. У меня есть много информации, которую надо подрезать. Слушайте музона Димитра. До свидос.